Мальвида фон Мейзенбук – одна из самых мудрых, благородных, просвещенных женщин своей эпохи. Ее верными друзьями были Ницше и Герцен, Вагнер и юный Ромен Ролан. «Удивительная эта дружба», – писал Стефан Цвейг, – «между 70-летней немкой и 23-летним французом. Вскоре они уже не знают, кто из них обязан большей благодарностью другому. Он ли за то, что она с великой правдивостью воскрешает перед ним великие образы? Она ли за то, что видит в этом юном, страстном художнике новые возможности величия? Уже на склоне прожитых лет в статье «Вечная Антигона» нобелевский лауреат Ромен Ролан признается, что две женщины, его мать, христианка, и свободомыслящая Мальвида фон Мейзенбук, научили его подлинному, глубокому восприятию искусства и жизни. Из Москвы в Рим я привез редкое издание книг Ромена Ролана 1938 года. Надеюсь, что с моей скромной помощью великая женщина и достойный ее величия писатель вновь встретятся в вечном городе Риме и поговорят.